Примитивные рефлексы. Сегодня в ролике про них. Я клинический психолог, кинезиолог Николай Соловьев. Смотрите, будет интересно. Что такое примитивные рефлексы? Друзья мои, полная аналогия с сотовым телефоном. Так будет понятно всем. Представьте, что вы достаете свой сотовый телефон из коробки. Он у вас новый, он у вас хороший, он у вас красивый. Вы его включаете, и он просит научить его делать простые настройки или выбрать их. Какой язык применить, какой шрифт поставить, какой рингтон, звонок и так далее. И только после этого, после простых действий, мы начинаем включать какие-то приложения, скачивать, добавлять и работать уже в них, в больших каких-то специально сделанных программах. Так и мы развиваемся. Сначала делаем простые вещи, когда мы маленькие только появились на свет. Потом садимся, переворачиваемся, ползаем, начинаем кушать, двигаться, идти, ну и так далее. Функций много. Когда мы стали взрослыми, мы развиваемся, примитивные рефлексы гасятся. Они становятся неактивными, они никуда не уходят, они всегда с нами, но они в подавленном состоянии. Если что-то пошло не так, то наша психика чаще всего борется с текущим стрессом, занята борьбой за жизнь, скажем так. А рефлексы расцветают и оказывают влияние на наш организм по полной программе. Давайте я вам сейчас покажу, как я это тестирую, а самое главное, что с этим делать, почему это важно и как это можно решить. В моей работе очень важная вещь – это тестовая мышца. Я беру ножку пациентки, тянем ногу вверх, тянем, организм спокойно несет нагрузку. Я беру свой знаменитый магнитик, размещаю на теле мышцы, тянем ножку, и мышца тут же теряет мощность. То есть выключалка нашей мышцы. Мышца может быть использована как мышца-индикатор. Теперь я дам очень простую нагрузку. Все, что я сделаю, возьму пальчики и щелкну над лицом. Смотрим реакцию. Тянем ножку. С этой нагрузкой ее организм не справляется. Это один из рефлексов. Помните, сейчас вся сеть пестрит такими вещами, как бей-беги, да, это примитивный рефлекс мороз, если говорить научным языком, то есть когда человек находится вот в таком состоянии. Это дискинезия желчевыводящих путей, это какие-то воспалительные острые процессы, излишние спазмы мышц, то есть все то, на что организм вынужден тратить все свои виды энергии, физическую, психическую, химическую, у нас их много. Что же с этим делать и что нам может прийти на помощь при правильном тестировании, при выявлении активных рефлексов? Один из примеров – это ЛФК. Я попрошу ножку согнуть, вторую согнуть, обхватить коленочки и ложимся. Все делаем то же самое самостоятельно 5-7 раз. Что происходит? По сути, мы истощаем рефлекс, то есть чуть медленнее. Мы израбатываем то излишнее напряжение, которое имеет наш организм, с помощью простых ЛФК. И еще разочек. Смотрим результат. Я снова беру тестовую мышцу, тянем ножку. Она сильная, снова щелкаю над лицом. Как реагирует организм? Тянем ножку, спокойно держит нагрузку. Простыми действиями, такими как ЛФК, специально подобранные упражнения, мы можем очень эффективно бороться с такими видами примитивных рефлексов, которые могут включиться у человека в самый неподходящий момент нашего развития, либо быть просто активны, и как раз работа специалиста понять, как с помощью ЛФК, каких-то массажных техник, точечных массажей, воздействия на определенной точке, ванн для ног, ванночек для ног с лечебными травами, позволять организму эти рефлексы истощать, то есть не давать им быть активными. Что нам это дает? Это повышает нашу стрессоустойчивость, это повышает наше качество жизни, улучшает наш эмоциональный баланс, ну и, конечно, дает нам мощный импульс для личного развития, как у ребенка, так и у взрослого. Таких рефлексов у нас огромное количество. И это является частью моей профессиональной деятельности, понять, активны ли они у человека или нет. Дают ли они какие-то сбои в развитии, задерживают ли они развитие ребенка, либо оказывают на состояние взрослого человека
какие-то свои воздействия. Находится ли взрослый человек в эмоциональном балансе? Насколько он адаптивен к стрессу? Простые вещи, простые тесты, которые я провожу на приеме, позволяют это не просто понять, но и решать эти вопросы очень эффективно, просто и быстро. Кому эта информация была интересна, не забудьте написать комментарий, подписаться на мой канал, поделиться с друзьями. Ну и те, кто дойдет ко мне на прием, мы обязательно проведем эти тесты.